Nəcibə Məmil hazırda telefonu sizə təqdim etməkdədir. Bizim çox sağlı qonaqlarımız dəvətlidir bu səhər studiyamıza. Maraq üçün qeyd edək ki, hazırda noyabrın 20-sindən 25-inə dək Bakıda paytaxtda Alüminium 6-cı Bakı Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesi keçirilir. 2 ildə bir dəfə baş verəcək bu əlamətlər. Hadisədə kimlər iştirak edir? Mütəmadi olaraq biz studiyamıza dəvət edirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, hazırda bizim studiyamızın qonaqları Rusiyadan gəliblər. Onları sizə təqdim edirik. Beləliklə, Rusiyanın əməkdar rəssamı Vladimir Nasetkin və rəssam, onun həyat yoldaşı Tatyana Baданина. Доброе утро. Добро пожаловать к нам на передачу в прямой эфир. Доброе утро. Мы заранее выражаем вам огромнейшую благодарность за то, что вы в вашем плотном творческом графике нашли время и пришли к нам на утренний эфир. Большое спасибо. Мы тоже рады с вами встретиться. До эфира мы чуть с вами пообщались. Вы очень интересные, позитивные и скромные люди. Помимо этого, у вас большой талант и творчество. В то же самое время вас объединяет многие интересы и семейные узы. Мы об этом поведали нашим телезрителям. Это, конечно, очень интересно. Это большое счастье, когда человек занимается творчеством, а его интересы разделяет его вторая половина. Мы согласны с вами. Мы знаем, что это ваш не первый приезд в Баку, в частности, в Азербайджан. Но, наверное, есть с чем сравнивать. Давайте начнем с этого. Мы приехали второй раз в ваш прекрасный город. Необыкновенно красивый. Он напоминает все самые лучшие столицы мира. Ой, как приятно. Так еще никто не сравнивал. Нет, можно сравнить. Вот что значит творческий человек. Можно сравнить и с Парижем, и с Барселоной. А сегодня такой дождливый день, как дождливый день в Париже очень напоминает ваш город. Я думаю, вы скажете, на Питер, похоже, еще дождливый. Ну, я думаю, у вас будет возможность более красиво даже, чем в Питере. Спасибо большое за доброе. Горький Сарунсен говорит, что Бакин гечелер не Апу гечелер на бензир, бир заманлар сөйлерді. Если мы не ошибаемся, Максим Горький сравнивал вечера Баку. Моя коллега об этом поведала. С вечерами Неаполя. У вас еще более красивое сравнение получилось. Может, потому что мы не были в Неаполе. Надеюсь, вам еще удостоится. Эмметли, это может, ачаларымызды гасаджаларах визбэсидэк. Обгадар мисбэт ауралы хэм сюбэтлэрмиз бар. Вэ Бакия ilk defə gəlişləri deyil vurğuladıqda onlar söylər ki, bəli, biz paytaxtınızı dünyanın ən gözəl şəhərləri ilə müqayisə edə bilərik. Hətta Parislə eyniləşdirdilər bizim şəhərimiz. Nəyə görə də yox? Bəli, bugünkü gözəlimiz Bakı çox gözəldir, müasirdir, şərqlə qərbin vəhdətində yerləşir və bunu qonaqlarımız da itiraf elədilər. Və biz onlara necə müraciət edək deyə sualını ünvanladıqda söylədilər, sadəcə olaraq adımızı söyləyin və hətta Tatyana xanım biz ona belə müraciət edək. Dedi ki, mən elə yaratdıqda məhz bu imzayla ərsə gətirəmişlərmi? Tanya söylədi səhvələrəmsin. Мы поведали о том, что вы очень талантливы, и в силу вашего таланта вы очень скромные и культурные люди. Как к вам обращаться? Вы сказали, что просто по имени, поэтому мы это нашим зрителям тоже рассказали. Я думаю, что будет очень справедливо, если мы обратимся Владимир тоже. Да. Бізе мараклы да бізім қонақларымыз хансы әсәрлерлі гәліп Бакия? С чем вы приехали в Баку? Нам очень интересно. Что вы привезли нам и нашим зрителям? Білер ки рәнкиялы графика жанрында гөзәл әсәрлерім әлді әр ки рәсәміз. 6 лет назад первый раз мы участвовали, мы привезли большие проекты. Это книгу Бродского, книга художника. Я иллюстрировал Бродского и привез, и здесь показывал. А Татьяна показывала большой цикл белых одежд, очень серьезный, который показывался во многих странах. И мы с радостью привозили в прошлом году, 6 лет назад. А сейчас мы... Это так свежо, что вы... А сейчас мы привезли тоже, каждый из нас, два проекта. И представлена Татьяна, представлена во дворце Шарваншах. Вы абсолютно правы. Да. И смелее выговаривайте. Извините. И также вот в музейном центре. Приходите, дорогие друзья, приходите сегодня в 12 часов. Открытие выставки. Будем всем рады.
музей Меркезенда, да, и мы привезли, это надо, конечно, смотреть, то есть рассказывать о работах, не видя их, не показав визуальный ряд, это очень сложно. Но я думаю, в силу вашего таланта вы об этом поведаете, у нас создаться впечатление, нарисуется красивая картинка. Да, я могу сказать, я рисую образы, символы протоалфавитов, древних протоалфавитов, то есть меня вдохновляют как вавилонские эти писанцы, ну, клинопись Вавилона, также так угорицкая, тексты угорицкие, древнефиникийские, откуда вообще алфавиты пошли, также и арабские тексты. То есть я рисую их, они порождают как бы бесконечную цепь культурных ассоциаций. И таким образом я приглашаю зрителя как бы погрузиться в глубины, в первоисточники абстрактного искусства. То есть это абстрактные знаки. И вот я предлагаю провести такие какие-то культурные ассоциации. Спасибо, что вы нам поведали, что вас вдохновляет, а кто вас воодушевляет, мы даже не спрашиваем. Ve indi həmin görüntülər də dünənki sərgidən də görüntülər gedir və bizim qonağımız söylədi ki, mən bəli rəssamın öz əsərləridir və o deyir ki, mən daha çox qədim əlyazmalar, qədim əlifbalar maraqlandırır və İskəndəriyyə, ərəb mənbələri mənim üçün çox maraqlıdır və mən fikirləşirəm ki, mədəniyyətin başlanğıcı da burdandır və əgər biz bu gün abstrakt sənətdən danışırıqsa, bax biz ilk olaraq bu mənbələrə müraciət etməliyik. Çox gözəldir. Фергли Бебель, на самом деле, душиндюра. Да, это огромные работы, огромные картины, огромные объекты, но и в них можно почувствовать, именно когда вы увидите сегодня или завтра на выставке, вы узнаете эти же знаки. То есть я оперирую простейшими знаками, дошедшими до нас. То есть вы раскрываете их символику, что они означают? Да, чё, проекция элементов бурда мен дикетми чабеляди, шил, кюльге ве проекция. Тут очень интересная игра света, тени, да? Мы правильно видим ваши идеи? Да, да, да. Их воплощение. Долго дышали, гали. Чух марахлада. Ve biraz evvel söyledik 6 yıl da, önce biz təqdim etdiyimiz layihət çərçivəsində həyat yoldaşı Tatyana'nın da ərsə gətirdiyi işlər sərgilənmişdi. Ah, libaslar daha çox öz əksini tapmışdı. Bu dəfə isə tam fərqli. Aha, səhv eləmsə 6 yıl öncə bəli, Azərbaycana, Bakıya onların gətirdiyi sərgidən, Brodskinin əsərlərinə olan sərgidən нумунелерды. Мы почувствовали себя на выставке благодаря нашему телеэфиру. Спасибо большое. Ve biz söhbətinizi əlbəttə davam etdirəcəyik, amma əgər Bakıdadılarsa, bilmirəm Azərbaycan musiqisini dinləmək, eşitmək imkanı indiyə qədər olub ya yox, amma bu dəqiqələrdə biz bu şansı yaradacağıq. Мы обязательно продолжим нашу беседу. Вы очень интересный собеседник. Вы нам поведали и сделали красивое сравнение нашего города со столицами мира. Но мы надеемся, что исполнение, которое сейчас мы представим нашим зрителям и вам в частности, вас вдохновят на новые работы. И мы обязательно спросим ваше мнение тоже. Давам Эдрик, Азербайджан телевизия и радио Сансалисты. Рәйван Әмірәслам. Гөзәл бір ифа едіде.
Мы с удовольствием продолжим с вами беседу. Бәли, мен соршмак стердим ки, бах инди гөзе бир Азербайджан махнысы да сесленди да. Бизим гонахларымыз Бакида артык икинчи дәфәде, эми. Вә шүбәсез ки Баки илан баглы мүхтәлиф тәсүратлары бар. Баки исә өлкәмизе гәлән, элә совет дәвриннән гәлән, ондан өнче гәлән, рус дие ки язычыларның, шаирләрнең, Есенин мәсәлән, кими шаирләрен, бәли Илхам, бәли мәнбә юлы Лермонтовын, яни рус кинематографчыларның әсәрләрендә без Баки Азербайджан тәсвирләрен görürük. Бәс сез рәссамларның яратышлыгында Баки ilə bağlı. Düzdür, bilirik, sizin janr bir qədər fərqlidir. Amma hər bir halda Баки ilə bağlı hansısa bir element. Yəni öz əksini tapacaq. Mən elə bu sualı verdim. Bu sualı vermək istedim. Eyni fikirdək. Моя очаровательная коллега поведала о том, что в российском кинематографе, в творчестве многих известных и талантливых людей какие-то штрихи, элементы об Азербайджане, в частности Баку, находятся свое место. Лермонтов, Есенин не раз бывали на Кавказе, в частности в Азербайджане. Их творчество мы это заметили. А как у вас? Бриллиантовая рука снималась вот здесь, через дорогу, можно сказать, черт побери. Мы думаем, что и в вашем творчестве проскользнут какие-то моменты после того, как вы... Какой-то элемент, может быть. А может даже большое произведение. Вы же любите объемные произведения. Да, я скажу именно на эту тему. Второй цикл моих рисунков, он называется «Парад звезд и планет над Баку». Ага. Это 6 рисунков, они небольшие, но очень мягкие, очень нежные. То есть я там не брутальный мужчина, а как бы очень нежный и тонкий. Спасибо. И это вдохновлено именно нашей первой поездкой и как бы размышлением на это. То есть это фантасмагория на космические темы, но...
рождена, она вдохновлена Баку. И по колориту это очень бакинские вещи. Вот ваши каменные города, цвет дома, камня, цвет да. города. Очень близко сделал Владимир эти работы. Спасибо. Мы коротко переведем нашим зрителям. Сандима Артак и планетарий парады Алты. Сәлі. Бұл әсәрді өз әксін тапмышты. Әтті бірінші кәлішілерінде бәлі бұл тәсір яшамышылар. Менің орақыл дәсінде мен білмірдім бұл факты. Ама бұр яғдығы. Қарапнағы чоқ сау, тәшеккер әлері. Мы выражаем вам огромнейшую благодарность. Насколько интересно совместно работать, мы это не спрашиваем, потому что и у моей очаровательной коллеги Наджиби супруг тоже работает на телевидении, моя принцесса тоже работает, она телеведущая, мы это знаем. А вот в вашем творчестве больше положительных моментов, наверное, которые вас сплачивают. Бывают ли ситуации, когда вы с чем-то не соглашаетесь? И как вы находите выход в этом? Помогает творчество или больше любовь? Наверное, любовь. Да, любовь здесь самое главное. Мне кажется, мы вообще не ссоримся. И у нас очень близкие эстетические воззрения. То есть представления о прекрасном практически одинаковые. Мы работаем вместе, но делаем разные работы. Все-таки я женщина и по-другому воспринимаю мир и работы более женские. Володя хотя сказал, что он не брутальный был в этой ситуации, но на самом деле у него работы более брутальные, более монументальные. Спасибо за правду, особенно про женщин. Владимир, пожалуйста. Нет, конечно, это большое счастье, что я встретил Таню много лет назад, и это была встреча с гармонией, со спокойствием, с нежностью, и это была определяющая встреча. Как у вас это красиво получается. И, конечно, это работать вместе, совместно, это просто удивительно. То есть, хотя, как Таня сказала, мы каждый ведем свою линию, но... физически все равно мы помогаем, то есть и в конструктиве, и постоянно советуемся, что делать и как. То есть я просто не могу, не посоветовавшись, что-то сделать. И это бывает до смешных, парадоксальных случаев, но это так. Но бывает. Мне кажется, вы даже не умеете ссориться. Вот по вашим высказываниям, по эмоциям и по отношениям. Это высказывание. Мы живые люди. Тоже у нас бывают сабельные атаки. Правда? Ну, давайте поподробнее. Спасибо вам тоже за правду. Я думаю, что да, будет интересно. Мы не хотели бы вас долго задерживать с утра пораньше, но выражаем огромнейшую благодарность, что нашли время, пришли к нам на передачу. Вам больших творческих успехов. Надеемся, это наша не последняя встреча. Мы тоже надеемся на дальнейшие встречи. Я бы хотел, чтобы вы спросили у Татьяны про ее проект. Очень хороший, очень серьезный. И мы на прощание не могли бы, конечно, не спросить о ваших последующих проектах. И планах. Эфирда гетти, баях, бэли. И о ваших тоже, Владимир, пожалуйста. Я хотела немножко сказать то, что я показываю здесь. Во-первых, я хотела поблагодарить Министерство культуры Галиба Гасымова и Диляру Вагапову. Здесь специально для меня построили мой объект по моим чертежам, по моим рисункам, который называется «Тоннель» или «Портал». Через этот портал зрители проходят белое бесконечное пространство, бесконечный коридор. И через вот эту чистоту попадают в пространство современного искусства. Угу. Да, это можно увидеть на выставке. А сегодня открывается выставка в музейном центре, где я показываю для себя очень важную работу. Она называется «Небо-реквием». «Реквием», как у Моцарта. Она посвящена... всем солдатам, которые погибли в войнах. И в том числе это такая личная очень работа, потому что она основана на судьбе моих дедушек. Один из них погиб в Беларуси, другой был под Ленинградом ранен. Я показываю сделанные из бумаги, из простой бумаги солдатские рубашки. И использую артефакты семейные. Это последнее письмо с фронта,
похоронка, семейная фотография 1939 года, которая могла быть у дедушки с собой. Одни бы могли вами гордиться. Вы достойны их продолжательницы. Спасибо большое. Несмотря на то, что в творчестве вы предпочитаете белый цвет, но вам очень идет черный тоже. А хожу в черном. Владимир, коротко о ваших последующих планах. Мы летом делали большую выставку в Японии, и 20 марта у нас открытие в Японии, Триеннале, и очень серьезное, и очень хорошее. Я выступаю как архитектор, то есть большой архитектурный художественный объект. И Татьяна показывает тоже крылатые объекты, сделанные японскими мастерами из бамбука и бумаги. Тут также световые объекты, как и здесь представлены. Я думаю, что вот чуть ранее нам ваша многоуважаемая супруга поведала об этом белом красивом пространстве. Через него вы пройдете в еще более светлое будущее. И этого мы вам желаем. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое. Пепс Хатрадер, я с вами шашлару. Дегелерде, бизим конахларымыз. Пайтахтымызда кечен алюминиум биеналисинин иштракчылары. Русиядан гелен бизим конахларымыз. Русиянын эмектер рәссамы Владимир Наситкин ве рәссам, онун хаят юлдашы Татьяна Баданинайды. Онларла сагулашырык, онлар тешеккюрумузу билдирейк ве Сеймур Эсасоева берик. Спасибо большое, хорошего дня. Devam edek. Desen hazırdı. Öyleyse. We'll be right back.